Пензу посетил старейший клирк Москвы, протоиерей Владимир Тимаков, уроженец Сурского края. Он преподнес в дар Спасскому собору старинную икону Всемилостивого Спаса, которая теперь станет храмовым образом собора. Пообщался с одним из самых уважаемых священнослужителей столицы мой коллега Евгений Белохвостик. Когда в деревне Обалдуевка нынешнего Белинского района в январе 29 года родился Владимир Тимаков, на центральной площади Пензы еще стоял прежний Спасский собор. Теперь отец Владимир, 95-летний старец, впервые под сводами восстановленного первохрама. Экскурсию для него и его спутников проводит митрополит Серафим, с которым протоиерей Владимира Тимакова связывает давняя дружба. Вот этот центральный предел Всемилостивого Спаса, этот великомученица Екатерины, потому что собор начал строиться еще в эпоху Екатерины, а этот мы уже осветили в честь святителя Иннокентия. Он так и не был освящен до революции, ждали канонизации Иннокентия, поэтому мы выполнили все то, что задумка была. С особым чувством отец Владимир приложился к чудотворной казанской пензенской иконе Божьей Матери, перед которой в 44 году начиналось его служение Церкви Христовой в Митрофановском храме Пензы. Прежний собор он знает только по фотографиям, но отметил, что новый просторнее и величественнее. Я и смотрю, он не совсем соответствует прежнему, не соответствует думаю, что ж такое. А как он мог соответствовать, а как ты его видел раньше? Как ты его раньше видел? А на снимке я видел. Отец Владимир провел свое детство в Каменке. 80 лет назад он стал первым келейником и ипподиаконом у архиепископа Кирилла. И в Пензу на сей раз приехал на торжества по случаю 80-летия возрождения епархии. На выставке, открывшейся в фойе духовно-просветительского центра «Спас», на снимках 48-го года он без труда нашел себя, 19-летнего юношу. Вот вы, в цветах весь. Старейший клирик Москвы побывал в Митрофановском храме на панихиде по своему духовному отцу, архиепископу Кириллу, погребенному под левым алтарем. И в память о нем преподнес в дар Спасскому собору икону Всемилостивого Спаса 18 века. Клирик, который здесь, вы не только здесь не встретите. Вы в Москве по музеям очень редко встретите. И узнаете, какая этому цена. Вот эта икона сама в лике, в самом. А одежды, они писаны, сразу же писаны на под ризу. Митрополит Серафим с благодарностью и благоговением принял дар и пообещал, что икона будет помещена в особый киот и станет храмовым, то есть главным образом Спасского кафедрального собора. Евгений Белохвостиков, Вести Пенза.